Привет, друзья, с вами Versus Street, битва технолога, и сегодня у нас на битве Subaru Legacy против Toyota Starlet. Subaru у нас Legacy, двигатель EJ20X, коробка механика шестиступенчатая, двухлитровый турбовый Subaru. Его оппонент Starlet, сейчас мы все узнаем. Вкратце характеристики про Starlet. 1.3 мотор, давление турбины 1.2. Ага. И турбина ТД-05 16G китайца. Ага, 76-я трасса, да, стоит? 65-я. 65-я трасса 65-я. Стоит. Кобыл сколько? 135 завода. 135 завода кобыл, ну, естественно, 1.2 дует. Здесь у нас с завода 260-270, чуть-чуть надутая до 290 лошадей. Этот Subaru едет 5,1-5,2 до сотни. Starlet мы не замеряли, но поэтому мы их запустим напрямую и узнаем, как разгоняются автомобили и кто из них победит. Погнали! Поехали! Как Starlet четко едет. Была жесткая заминка на Starlet, теперь переключение со второй на третью передачу. За счет этого Subaru начинает уходить и уходить, но плотно-плотно держится наш Starlet. Битва корчей. Стукбару привезла три корпуса Starlet'у. Это был первый заезд. Я думаю, нужно сделать еще один заезд, потому что было немножко неправильное переключение на Starlet'е. Потерял он свои доли, секунды. Погнали. Итак, второй заезд наших двух автомобилей. Оба на механике. Готовы? Хорош, у обоих отличное переключение. В этот раз мешалочка четко работает Starlet, и я вижу, что он не отстает, а даже немного впереди нашего Subaru. Плотная-плотная борьба идет у этих двух ребят. Жду результата от финиша. Сколько, скажи мне, повтори. На бампер побеждает наш Subaru, всего лишь на бампер. Большая синенькая машинка на бампер привозит. Готовы? Поехали! Этот раз у Starlet тоже. И как в предыдущий раз, плотненько ребята едут нос к носу. Вот в этот раз-то Starlet впереди, нет Subaru? Или догоняет Subaru на финише? Отчумительная, просто плотная борьба. Все равно Legacy побеждает в корпус. В корпус побеждает Legacy. 3-0 в этих заездах в пользу Subaru над Starlet'ом. Это была чумовая битва. Давайте сейчас вам сделаем бонус. Ford Mondeo 4 и его соперник, редкая Mitsubishi Sigma, левый руль, 91 год, на механике, двигатель 6G72, 205 коней. Четырехвальный двигатель у нас, а передний привод. Mondeo у нас тоже передний привод. 1,5 тонны масса у обоих автомобилей. На Ford у нас Power Shift шестиступенчатый. Запустим их. Вы понимаете, разница во времени между ними. Просто поколение. Это тачка Sigma. Это мечта многих-многих людей в 2000-х, в начале 2000-х. Многие пацанчики желали иметь этот автомобиль. Запустим их на 402 и посмотрим, что из этого получится. Погнали! С двух педалей наш Mondeo стартует сразу же. Готовы? Поехали! Хороший старт был у Sigma. Начинает сразу же, как пушка, лететь. Но Mondeo не отстает, очень плотно держится к автомобилю нашему Mitsubishi Sigma. Догоняет? Нет, вот это вот вопрос. Просто разница поколений. 91 год против 2007, если не ошибаюсь, Mondeo. Три корпуса привозит Mitsubishi нашему Ford Mondeo. Просто ошеломительная разница во времени и разница на самом финише. Кто бы мог подумать. С вами была Versus Street, битва технолога. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки. Еще будет круче. Удачи!